И всем здарова, дорогие друзья, меня зовут Мистер Зани, и это новая серия по Майнкрафту. Заходим на наш мир, собственно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте колокольчики, у нас уже мир почти, запускается еще. Я до сих пор болею, в принципе, нормально. Снег уже весь растаял. Так, вот мы запустились в наш мир. Так, я не помню, что у меня тут по ресурсам. Но, как я вижу, все говно. В принципе, так я вижу, зомби там ходит. Вот он. А, это... Это крипер. Не надо. Блин. Сейчас ночь пройдет, и я включу запись, а то она будет идти очень-очень долго. Ну что ж, ребята, ночь почти прошла, но можно сказать... А, она уже прошла, да? Это я просто так думаю, что не прошла. Надо убить овечку. Надо еще одну овечку белую. Надо очень сильно, потому что ночь пережидать это какое-то вообще, я не знаю. Типа это очень долго. Ночь-то длилась. Минут 5-6 в реальной жизни времени. Так состариться можно ему. Так. В принципе, пока можно вообще все открыть. Вообще. По-моему, где-то вон там была шахта, если я помню, да? Да, тут шахта. Мне очень надо железо, как бы. А железо только там есть. В принципе, по-моему, оно очень глубоко. Железо. Вон я его вижу, вон оно. Одно я вижу. Еще вижу. Так. Блин, я не знаю, давайте спустимся, попробуем, что ли. Нет. Я думал, тут вода. О, челы. Челы, челы. Ах, вы падлы. Дайте отрегениться давно. Нет, 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 нет. Нет. I'm sorry, very well. В жопу, бам-бам-бам. Уйди. Свали отсюда, дауна, боссаный. Так. Что мне делать? Не мадсток. Да что вам надо, дауна? Идите в жопу. Так, в принципе, поднимаемся. О май гад! Так, теперь мне как-то надо выбраться. Сюда-сюда. Сюда-сюда-сюда-сюда. А. Гениально. This is Elon Musk. Ой-ой-ой-ой-ой, дорогие друзья. О, у меня-то просто масса. С чела. Имба, овечка есть, можно и поесть, как бы. Так. Ну. Сейчас я себе поставлю кровать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая кроватка классная. Куда ее поставить? Пустим сюда куда-нибудь. Ну так. Во, имба вообще. Сюда закину это, потом что мне еще можно сделать? Так, во-первых, надо этот, точка появления, точка спавна все сделать, что если я сдох, я где-то нибудь, я уже не помню, где я там этот, появлялся, в принципе. Вот. Свинтас. О, еще одна шехта. И эту, по-моему...
А вон, я про эту шахту в прошлой серии говорил. Да-да-да-да-да. Так, я, короче, сейчас соберусь и пойду туда именно. Главное, чтобы ночь не наступила. Надо сейчас жестко пособираться, еды себе взять. Всякой какой-нибудь. Так. Это сюда, вот это сюда. Факел возьму, это не возьму. Эту надо пожарить. Стейки сюда. Я сказал, курицу я не возьму. Гнилую плоть тоже сюда. Так. Надо взять досочки и камень. Делаем вот так вот. Потом сделаем вот так вот. Так и так. Все, я готов. Ребят, пожелайте мне. Так, ребята, let's go. А, ну, мне надо лодку сделать. Я полуфабрикатик. Блин, мне надо дофига блоков взять. Блоков у меня нету, значит, это будет дерево. Потому что как я подниматься потом буду? Так, лопату делаем и эту тоже делаем, в принципе. Все, ребята. Пожелайте мне удачи. Если я сдохну, это не очень будет, в принципе. Сесть в лодку. И поехали! Юху! Чего, блядь? А чё за бред? Ребята, чё за бред? Какого фига я сдох? Разбился об землю? Чего? Чё за бред? Дрим! Поясни мне за это, что за говно? Если я на слайме упрыгну, я сдохну или нет? Что за говно? Я как сейчас, короче, как козлик буду по этим паркурить. На, паркурить, значит, сейчас упаду и сдохну. Дарил тут, блин, высота большая, но я не сдох. Так, осматриваемся, в принципе, что тут у нас почем. Блин, ХП было еще восстановились бы. Вообще было бы шикарно. Два паука. Зомби, паук. Зомби. Крипер. И мои ресурсы. Дебил, в лодку сел, падла. Короче, раз, два, поехал. Подскажите, что мне делать, собственно? Ладно, допустим. Няма-няма. Это все из одного железа. Что ты зыришь, глаза пузыришь, падла? Нет, 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 нет. Говно. Надо делать. Надо делать, надо делать, надо делать. В руки. Паркур. Нет, 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 нет. Ну нет, ну нет, какой нет. Че предметы все пропадут? Что за говно? Да ёб твою мать. Задрестал все. Да что за говно? Мои предметы. Нет, 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 нет. Не сюда, не сюда, не сюда, не сюда.
Что мне делать? Я не знаю, типа. Прыгать только. Да ну я вздыхаю, ну это Unreal. Ну что ж, ребята, мне кажется, на такой тупоголовой ноте нам стоит закончить. С вами был, как обычно, я, мистер Зенни. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока, собственно говоря.